Всем привет, друзья мои! Сегодня готовим баранью шею. Шейка поделена уже на 6 частей. Мою распилили лобзиком, пока она была у меня заморожена. Очень удобно. Никаких осколков, ничего лишнего нет. Так, теперь нужно обжарить на сковородочке. Обжариваем с обеих сторон, чтобы была такая хорошая-хорошая корочка, чтобы весь сок остался в мясе. Обжаренное мясо сразу перекладываю на противень. Сюда же сейчас положу картошку. Всегда вниз сложу лук, чтобы у нас ни мясо, ни картошечка не пригорело. Все у нас будет сочным и очень-очень нежным. Теперь нужно сделать заливочку. Нам понадобится майонез, томатная паста, любимые специи. Не забудем посолить. Лаврушечка, чесночок. Ну, в общем, все на любителя. Также можно добавить зелень. Хотела показать, как все это делаю. Но что-то быстро сделала и забыла, что камеру нужно включить. Так, значит, у меня здесь примерно литр воды. Наверное, 3-4 ложки столовых томатной пасты, ну и пару столовых ложек майонеза. И моя любимая специя хмели-сунель. Пока не забыла, нужно положить чесночок. Я его почистила. В принципе, можно ложить нечищенный, главное срезать вот эту попочку. Теперь заливаем подготовленной заливкой и накрываем противень фольгой. Прежде чем закрывать фольгой, все-таки решила показать. Посмотрите, какая прелесть. Очень-очень ароматно. Все, закрываю фольгой и отправляю в духовку. Ну вот и все, друзья мои. Полтора часа запекалась баранинка с картошечкой под фольгой и полчаса без фольги. Периодически поливала соусом, чтобы было все сочное и мягкое. Надеюсь, мой рецепт вам тоже понравится. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!